Música Итана и Джоэла Коинов неизменны только две вещи – дураки и дороги. Сама история может относиться ко временам Дикого Запада или благословенным 60-м рассказывать о дне сегодняшнем, но в реке времени никуда не утекает русло. Всякий раз мы получаем сюжет о наивных планах дурака с его хитрым, как кажется, дурацким планом, не работающим в новых неучтенных обстоятельствах – все дороги ведут на перекресток Миллера, как на Тривиум Эдипа, где куда бы ты ни двинулся, что-то потеряешь. Друга, себя, украденные деньги, неважно. Как говорят сами братья, идиоты дают наилучшие драматургические эффекты всех возможных. Они все время делают что-то не так. Попадают в просак, все идет наперекосяк, а нам только этого и нужно. Не знаю, люди ищут отличные истории об умных и уравновешенных героях, наверняка кто-то же пишет о них. Мы же просто считаем, что идиоты тоже заслуживают любви. И нередко видим в них самих себя. Вот это типаж дурачка, идиота, в действительности нисколько не обидный, потому что Иванушка-дурак персонаж прекрасной русской сказки, Джонушка-дурачок, который, например, как Джеймс Бонд всегда выпутывается из самых запутанных обстоятельств, не благодаря собственной даже смекалке, а только благодаря волшебным гаджетам и каким-нибудь кривым поворотам судьбы. И вот эта история о Джонушке-дурачке или любом герое Коинов – не комплиментарная, а скорее реалистическая о том, как оно все устроено. Коэновская похвала глупости должна пониматься расширительно. Речь не о клинической ситуации, а о безумии социального мира. Еще первый исследователь человеческой глупости Разум Роттердамский в 17 веке описывал бытовую сторону глупости. Это обычные человеческие чувства, связывающие нас обстоятельства, Любовь, включая самовлюбленность, брак, вражда, дружба, война, как порождение глупого соперничества, корысть и другие блага глупости. Глупости с добрыми намерениями, с человеческим лицом связывают и персонажей братьев Коэн. Посмотрите, например, на милую симпатичную пару из воспитания Аризоны, которые не могут наслаждаться любовью друг друга, потому что ими владеет стереотип о семье неполной о том, что задача каждого из нас – породить жизни следующие. И вот они разбиваются в лепешку, крадут ребенка для того, чтобы выполнить социальную программу, которая поощряется даже иногда материальными награждениями. Чем себе плохая глупость? Нормальная, ей живет большая часть человечества, и поэтому вреда от нее никакого нет. Братья очень любят своих персонажей, потому что все мы одержимы тем или иным видом человеческой глупости, Потому что если посмотреть на нашу жизнь с дистанции, с такой бальзаковской, например, дистанции человеческой комедии, мы все найдем довольно забавным и смешным. Если посмотреть, например, как после прочтения сжечь на Землю буквально из космоса, в первом-последнем кадре как будто бы наблюдатель, как будто бы Бог попадает на Землю, да куда-нибудь в Ленгли прямо в ЦРУ, и возвращается обратно в последнем кадре, становясь свидетелем самых глупых событий. Помните, чем завершается диалог последнего фильма. Чему же мы научились? Не знаю, сэр. Вот и я не знаю, мы научились этого больше не делать. Да, сэр. Но чтоб я сдох, если я знаю, что мы сделали? Да, сэр, это сложно сказать. Твою мать за ногу вот это учение тому, чему научиться невозможно, учение по правилам понять, постичь, принять, которые нельзя. Однако уроки, которые дают нам родители, семья, школа с детства, тем не менее, настаивают на том, что эти блага глупости необходимы, это такая трагикомическая ситуация обычного коиновского персонажа. Он был бы и добрым, и хорошим, и нормальным, но почему-то его всегда призывают то самореализоваться, то преуспеть, то построить карьеру? И будь ты даже обычный парикмахер из провинциального города, у тебя все равно перед глазами бриллиантовый дым? Ты все равно почему-то строишь планы. А в таком безумном мире они могут быть только самыми дурацкими. Но не является ли таким же дураком и зритель, смотрящий истории коинов? Глупости конкретного персонажа можно противопоставить только такое же неведение и глупость того, кто по другую сторону экрана. Как говорит один из критиков, коины не дают расслабиться. Стоит нам решить, что мы поняли фильм, как они швыряют нашу самонадеянность нам в лицо. Подобно персонажам мы ошибаемся, доверяя тому, что видим. То, что мы полагаем – как будто мы это знаем, как будто бы мы в этой ситуации разберемся и найдем выход из этого положения, это относится и к роли зрителя, который думает, что, например, жанровая форма детектива, комедии, мелодрамы поможет разобраться с сюжетом. Только не убрать Коэн. В жанре псевдожанрового кино где оболочка, шаблон, скажем, детектива всего лишь фантик, который нужно свернуть и выбросить на самых первых страницах сюжета, все не таково, каким кажется. Герои не те, как, например, у Чендлера или у Чейза, у которых же братья Коины их и взяли, чем является номинально чувак. Как раз таким свободно взятым детективщиком, распутывающим сложно сочиненный клубок ниток, помните, как он говорит мод, Дело запутанное, слишком много всяких «но» и «если», много вариантов, слишком многое нужно держать в голове, ошибка будет принять его за детектива настоящего, за субъекта предположительно знающего, за того, кто держит в своих руках концы этих нитей. Неуместная рефлексия героя, неуместная вообще для героя интеллектуальная жизнь, когда нужно бояться бежать от грабителей, от насилия, как в первой сцене чувака – его макают головой в унитаз, а он с неизменным присутствием духа на вопрос «Где деньги?» говорит «Да где-то там, давай еще поищу». Так что комическое рождается не из забавных гэгов, не из стереотипов жанра, а из того, что у героя работает интеллект. Даже тогда, когда обыкновенно он уходит куда-то в печенке, прячется. С точки зрения коиновского персонажа, Всегда нужно понимать, и чувствовать и смотреть на вещи иронично, даже когда тебе остается жить несколько секунд. И если обыкновенно в криминальных картинах дискурс ведет убийца, насильник, то у Коина, снова возьмите сцену из Большого Лебовски, жертва. Именно она, поток агрессивных реплик со стороны этих горил, прерывает рациональными контрвопросами. Разве это похоже на жилище семейного человека? Стульчак-то поднят. И вот такими вопросами в действительности Лебовский разрешает ситуацию, потому что интеллект – главное орудие и жертвы, и вора, и насильника, и убийцы, и какого-нибудь парикмахера из захолустного городка. Жанровая упаковка картин Коинов работает как сладкая оболочка горькой пилюли. Ты садишься в удобное кресло рассасывать приятную конфетку, триллер, детектив, комедия, мюзикл и полагаешь, что тебе заранее известны правила игры, а нет, разжевав, досмотрев сюжет хотя бы до середины, ты понимаешь, что оказался в мире незнакомом. И твои ожидания действительно твои проблемы. Первый слой коинов жанровый, в нем еще можно ориентироваться персонажу или зрителю. Правила игры, казалось бы, понятны для героя боевика, для жертвы, которая должна избегать таких-то обстоятельств. А второй слой – метажанровый, в котором главным учителем того же Хэммета или Чейза оказывается Аристотель, его драматургия, его типаж среднего человека в экстраординарных обстоятельствах. Метафилософский слой позволяет нам уподобить уже конкретную историю сценам жизни человека, философской антропологии. Ведь первая, вторая и финальные сцены это просто главы большой человеческой истории, детства, юности, взросления, смерти ли, где наши иллюзии, ожидания, надежды неизменно разбиваются в итоге, где мы оказываемся вместо прямой светлой дороги, которую нам обещали, в лабиринте с его тупичками, с его бесконечными испытаниями, с финальной встречей с Минотавром самим собой, ведь это ты, ребенок, не можешь понять, что за взрослым ты стал. И куда делись эти его благие надежды и ожидания? Это ты в конечном счете столкнешься один на один с проблемами, которые решить уже не сможешь. И вот она философская комедия. Но если комедия традиционная меняет местами персонажей, муж в командировке, любовник здесь у жены, а потом в шкафу, то комедия философская меняет местами шаблоны понимания. Будь ты жертва, это не означает, что ты не можешь владеть дискурсом. Будь ты убийца или насильник, это не означает, что у тебя есть какие-то интеллектуальные привилегии. Детектив, настоящий детектив, это, конечно же, зритель, который должен разобраться в хитросплетениях сюжета, который должен прочесть эту историю и как главы собственной жизни. И вот тогда главное, основное содержание картин коинов ⁇ это такое экзистенциальное приключение, по страницам собственной биографии и интеллекта, по закоулкам своего сознания. Всякий раз, когда ты начинаешь изучать портреты персонажей братьев Коинов, ты рано или поздно узнаешь героев, да и ситуации Франца Кавки. Недаром критики часто сравнивали с процессом или с замком Бартона Финка или преемника Хацакера, да и братья говорили, что здорово врубаются в творчество великого писателя XX века. Вальтер Беньямин в одной из лучших книг о Кавке говорил, что обыкновенно его герои – это дураки, дряхлые старцы или незрелые юнцы, не готовые для того, чтобы в этой жизни разбираться, для того, чтобы в этой жизни состояться, не способные что-то в этой жизни изменить. Помощники, пишет Беньямин, принадлежат к специфическому разряду персонажей, которые проходят через все произведения Кавки из их братьи и проходимец, разоблачаемый в созерцании, и студент, объявляющийся в ночи на балконе соседом Карла Росмана, и те дураки из города, где-то на юге, что никогда не устают. Глупость, говорит Беньямин, это сюжетный клей у Кавки. Глупость – это сущность всех кавковских любимцев. От Дон Кихота и недотек помощников до животных. Во всяком случае, для Кавки было абсолютно бесспорно, что, во-первых, на помощь способен только глупец, и что, во-вторых, только помощь глупца и есть настоящая помощь. Однако кинематограф Коинов это, конечно, не экранизация Кавки, это такой сферический Кавка в вакууме. Это герои процесса или замка, которые прошли стадии необходимого превращения или загадочного процесса, чтобы оказаться в Аризоне 80-х или в Маккартистском Голливуде, или, например, в современном Лос-Анджелесе, Йозеф к, но только в гавайской рубахе или в деловом костюме, который задумывается о новом сценарии для голливудского триллера. Однако ключ все тот же. Ключ к пониманию Кавки, говорит Бениамин, падет в руки тому, кто поможет раскрыть в иудейской теологии ее комические стороны. Так посмотрите серьезного человека, ровно это и происходит у Коинов. Они рассматривают синагогу или конкретно иудаизм как новую модель закона социального порядка, установленных правил, которые движут даже сознанием вполне рационального, просвещенного, вменяемого взрослого человека. И вот это слово ⁇ закон, порядок ⁇ ключевое для того, чтобы понимать мир коинов, как и мир Кавки. Почему его герои, рано или поздно герои Кавки, ну и герои коинов заходят в эти тупики? Почему их ожидает такая, как, например, в процессе трагикомическая жестокая смерть? Потому что для дурака свойственно обожествлять закон и социальный распорядок. Потому что даже если дурак, например, везет в багажнике авто миллион долларов, как это в фильме Фарго происходит, он все равно будет торговаться с парковщиком ради какого-нибудь жалкого доллара. Правило есть правило, я же заехал и уехал сразу, за что платить? И вот эти правила и мелкие правила, которые организуют жизнь, кстати, про ту же парковку, как модель социальности, речь идет в серьезном человеке, и большие иудаистские, теологические, философские правила, правила большой политики, которые ведут нас в непонятные коридоры и лобби, это такой же мир, который дурак принимает целиком, со всеми его перекосами и несправедливостями. Неадекватность кавковских героев или коиновских героев – она одного толка. Проблема в такой трагикомической несоразмерности – масштаба события и реакции на него. Событие может быть преувеличено в глазах, напуганных глазах того, кто его видит, или его линию горизонта, когнитивного горизонта, закрывают разные мелочи, не позволяющие объективно оценить происходящее – может быть, это действительно великое событие, которое воспринимается в ракурсе обывателя и остается совершенно незаметным, как свод теле новостей. Так или иначе, объективная реальность всегда запутана пеленой субъективного тумана, помехами, советами, предложениями помощи, этими мелочами, которые постоянно сбивают нас с толку, иронический закон коинов, такой закон новой диалектики, переход смешного в серьезное и наоборот скачкообразный переход. Это и есть основание философии братьев. Смех становится, конечно, несколько злым, отстраненным, философским, с дистанции. Смешно, скажем, спустить свою жизнь в унитаз. Как это блестяще делает персонаж картины «Человек, которого не было» парикмахер Эд Крейн. Не у каждого получится вообще не пользоваться собственным мозгом. Для этого тоже нужен особый талант. Это и есть новая диалектика смешного и низменного, смешного и возвышенного, смешного и ужасного. В Кавке Вальтер Беньямин спрашивает: не отвоеван ли всякий комизм у ужасов, то есть у мифа, и не обретала ли греческая комедия первый предмет комизма в ужасном? Сегодня, когда жанр комедии маргинализирован, сведен до уровня дешевых семейных ситкомов или комедии для тинейджеров, особенно важно отвоевать это смешное и серьезное обратно. Понять, что смерть – это слишком серьезная и великая тема, чтобы доверять ее и воскресным пасторам, и гробовщикам, и каким-нибудь обычным стандартным шуткам из репертуара черного юмора. Понятно и простительно конкретная глупость определенных персонажей мира коинов. Возьмите старика-шерифа, который сетует Ушли те самые благословенные времена, когда шерифы ходили на работу без оружия, так их боялись, так боялись самого закона. В глазах шерифа Чигур выглядит абсолютно инфернальным персонажем, потому что он переступает через эту невидимую границу, потому что его монетка, не сама монетка, разумеется, недаром она переходит к другому персонажу, а выбор Чигура, его воля, ломает эти установленные правила игры. И поэтому, с точки зрения того, кто смотрит на законы на порядок снизу, конечно, начальник всегда прав. Однако, для такого зрителя, который принимает правила игры за единственную правильную реальность, и законы жанра в том числе, Коины и готовят свои нарративные ловушки. Например, в первом же полнометражном фильме «Братьев просто кровь» мораль, ту самую, про то, что есть порядок, который должны принимать и грабители, и правоохранители. Эту мораль читает нам самый мерзительный персонаж, который погибнет показательной глупой трагикомичной смертью. А вместе с этим и ожидания зрителя, и его надежды на то, что правила игры хоть как-то, но работают. Так что непростителен дурак-зритель. Непростительно нам воспринимать по прочтении, по просмотру, по такому несжигаемому эффекту рукописей коинов законы этого мира за единственно безальтернативно возможные. В мире коинов в действительности мы видим решение затруднения героя в Кавке и финал, который противоположен финалу процесса. Только для маленького человека, только в неизменном ракурсе, смиренном ракурсе снизу, закон воспринимается в таком громоздком, масштабном, затмевающем горизонты виде. Суть в том, как писать закон – со строчной буквы или с прописной. С какой позиции и до каких пор на него вообще возможно смотреть. На самом деле закон не так страшен, как его малюют. На самом деле объективность судьбоносных инстанций, как, например, инстанции суда, определяется только мерой страха и подчиненности субъекта. Но если мы должны быть свободны хотя бы в своем сознании и в своем интеллекте, то нет таких правил, которые будут работать везде и всегда. Как сказал Гегель, истина – это то, что было. То, что происходит за этим поворотом, будет обесцениваться за поворотом сюжетным следующим в жизни человеческой и в любой из историй братьев Коэнов.